Италию. Бедные евреи. Они, наверное, тебе похлопали бы за такую идею. Ислам, ассаламу алейкум. Сама сказала, что не хочешь. Подними, пожалуйста. Вы слишком тяжел, как я вас могу поднять? Теперь я виноват. Я и чё говорю, что вы виноваты? Я просто сказала много людей. И в принципе, я уже там решать не буду. Там будут решать только родители. Ты меня жадно. Я не сказала жадно. Я сказала расчетливо. Это две разные вещи. Евреи мне завидуют. Ну, конечно, за такую идею прекрасную. Тут меньше гостей было. Листар, привет. Где вы такие названия находите? Мамед, салам алейкум. Ты заходишь, ты выходишь, вы уже определитесь. Бахтияр, ассалам алейкум. Все визу не одобрят. Столько стрел. 09, привет. Как дела? Манга, ассалам алейкум. Почему? Как-то карантине, когда делали свап. Нет, все равно. По обычаям. Если свадьба, то вообще по обычаям. Там уже родственники сами решают, что да как. Даже я там вообще. Мое слово, походу, там вообще не будет. Что да как. Из-за этого. А кто вы по нации? Метиска. Только что потом об этом. С моей стороны я решаю. Ну, это вы решаете. А с моей стороны я вообще, походу, там вообще не буду решать. Там аккуратно вас учила учительница в группе, так курс в курсе. Айка, привет, Рене. Так, кто? На кого похоже? А Тима, салам алейкум. Налей воды. Я и наливала. Русская. Сейчас налью. Козёлка ты моя. Козёлочка моя. Ты моя злата. Амина. Фил, привет. Если я начну общаться на других языках, подумайте, что я, а не из-за этого я здесь не общаюсь на том языке, на котором вы подумаете. Так что,
Нормально. Ня, ты моя козявка. Ня, пиздюхай. На, кушай. Ня, иди ты ее пей. Ты не ложи покушать? У меня есть там похавать, я ей листочки передавал. Ты секретный друг? Да, у меня просто уже достались с 11. Из-за этого... Физлист. Эпстер. О, Господи. Да харе! Поставь чайник. Ну, включен. Ты что, подумал, песни начнутся? Это ты гонишь? Совсем? Нормально, общайся. А, я думаю, индусские песни. Ой, индийские. Индийские? Это вообще английские. Какие-нибудь. Хватит свадьбы, пожалуйста, прошу вас. Я не хочу нас уже о свадьбе говорить, пожалуйста. Ставьте меня в покое с этой свадьбой. Хотите, женитесь. На ком хотите? Ну, пожалуйста, от меня с этой свадьбы отстаньте. Мне уже плохо станет. Юлиана, не сиди в телефоне, когда он заряжается. Wi-Fi выключи сразу на нем, чтобы быстрее зарядился. Ты просто выключи, я тебе говорю, выключи. Сейчас. Что, всю да, свадьбу отменять? Да. Конечно, всю свадьбу. Хотите жениться? Только не на мне. Ты ничего пожмякать, а? Деловая. Не говорит. Кто я? Нет, я. А на ком еще? Он в стримах очень много людей. Жениться, выбирать. Конечно, много. И то все на лайках. На ком хотите? Ладненько, давайте. Я хамик. Всем пока. А я арбуз. На, нафиг не нужно. Да нафиг его нужно. Я Сергей Глебов. А случайно не Анькин Глеб? Азиз, ассаламу алейкум, стой. Привет. Привет. Я только собираюсь уходить. Вы говорите, стой. Ты откуда? Я из Тараса. Я не стою. Я лежу. Ты самая лучшая же. Нет, я самая вредная. Чё? Чё я ем? Я хомячок. Погуляю. Вы давайте уходить. Я вас догоню. Да. Только я буду дома, а вы будете гулять. Хорошо? Ты бегать не умеешь, что такое я? Знаешь, как проект, что у тебя здоровый? Какой Аньки? Моей до Юриной сестренки. Я тоже из Тараза, да, блин, сколько вас Тараза? Откуда вы все взялись из Тараза, я не поняла. Могу приехать. Я уже поняла. Я уже поняла. И все, пусалик.
Вы скажете, а зачем мне ехать, если я рядом живу? Все прекрасно будет.